Приятного аппетита! Каша сладкая, зачем? Я ее на завтрак ем, чтобы много сил набрать и потом весь день играть. Съем оладьи, съем блины, силы очень мне нужны. Миш, а что ты делаешь? Мою тарелку. Тебя заставили мыть? Нет, я сам захотел. Ты сам захотел? Вот это да, честно? Да. Молодец. А что, может быть, нечестно? Вот. Шалом, хаварим, день 3. Все идем наконец-то на море. Дмитрий, вы наблюдаете с высоты небес. Помощь приходит, как вы думаете, кто? Ишуа, Сын Божий. Почему? Потому что Он, будучи человеком, Он прекрасно понимает каждого из нас. Ну что ж, мы приступаем к водным процедурам.